Сегодня день местного самоуправления. Каждое муниципальное образование – своеобразное маленькое государство со своей территорией, населением и управлением. Но, как известно, сила не в разобщенности, а в единстве. В данном случае – взаимодействии законодательной и исполнительной власти. В день местного самоуправления эти вопросы обсудили за круглым столом. Площадок для круглого стола было сразу четыре. Активно обсуждалась, к примеру, реализация дорожных карт, упрощающих процедуры ведения бизнеса в республике. Развитие бизнеса – это первоочередная статья доходов, направленная на выполнение социальных обязательств. Одним из критериев – это эффективность работы контрольно-надзорной деятельности является снижение давления на бизнес в части проверок. Административные регламенты не у всех, они есть сегодня. У каждого на сайте должен быть вывешен регламент проверки по тому или иному муниципальному контролю. При этом каждый субъект предпринимательства должен знать, чего от него хотят в рамках муниципального контроля. Не менее актуальным остается сбор и вывоз твердых бытовых отходов в населенных пунктах. Законодательство меняется, и все новеллы необходимо оперативно отслеживать на местах. Добавится обязанность у регионального оператора устранять несанкционированные свалки. При этом он будет это делать в силу закона, а счет за ликвидацию этой свалки будет выставлять собственнику земельного участка. Обсуждался ввод в сельскохозяйственный оборот необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения и регистрация в муниципальную собственность невостребованных земельных долей. Словом, совместная работа власти и общества продолжается. Родион Архипов, Александр Петров, Республика.